Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Женьдосом мы будем продолжать троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы продолжаем снимать троллинг. Поэтому вы знаете, что делать, конечно, ставить огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков прямо сейчас наберем, тем больше серий будет выходить. Пошли. Да, я с тобой полностью согласен, пошли. А я с тобой нет! Ребята, я хотел бы вам сказать отличную новость. С 29 апреля по 1 мая мы с Жекой летим в Москву на мероприятие под названием «Московская конвенция комиксов». Любой из вас может купить билет, прийти и увидеться со своим любимым блогером. Много косплееров, ютуберов и различных развлечений. Мы будем ждать именно тебя. Ссылочка на билеты и информацию о мероприятии в описании. В общем, ребята, вот мой троллинг. А я вам вкратце расскажу, что сегодня тут будет происходить. Кто не знает, то мы с Жекой собираемся летом переезжать жить в Питер. Да, я не знаю, ну, вы сами потом узнаете, будем ли мы жить вдвоем, или в других квартирах, или в других комнатах, или в других домах. Хрен его знает. Но я в этой серии вам покажу, что будет происходить, если мы с Жекой будем жить в одной комнате, точнее, в одной хате. Ну, в общем, Жеке будет очень сложно. Ну, и мне, в принципе, тоже, учитывая, какой Жека. Да. Вот. Короче, знаете что, я вам не буду рассказывать, что и как тут будет. Мы сначала пойдем к Жендосу, пройдем его троллинг, а потом вернемся сюда и посмотрим, чем это все закончится. Мне, если честно, даже самому интересно, поэтому давайте потопали как можно быстрее, и мы сейчас вернемся. Давайте, погнали. В общем-то, Эдисон, ты готов? Я готов. Что мы будем делать? Небольшая предыстория, Эдисон. Ты возвращаешься с учебы домой, и тебе нужно срочно записать со мной ролик. Ну быстрее. Ну беги же к тебе домой. Ну. Ой, ну я сейчас, Жека, ну подожди, сейчас все будет. Не-не-не, вот твой дом, вот, заходи, давай, заходи. Заходи, Эдисон. Включай компьютер. Компьютера нету. Да, я что-то тоже смотрю телевизор. Блин, походу кто-то тебя воровал, Эдисон, проверь все вещи на месте. Подожди, проверь. Так, ничего нету, шмоток даже нету. Иди сюда, смотри. Вроде, смотри, костюмчики на месте. Ну-ка, посмотри. Это не мое! Так, хорошо. Твое. Ну-ка, шкафчик. Бабло, бабло, деньги, да, все. Бабло. Деньги с партнера, иди сюда. Слушай, походу никто не обворовал тебя, Эдисон. Только компьютер. Да, а что делать, Жека, что делать с компьютером? Эдисон, я, кажется, понял. Помнишь, ты записывал ролик на свой канал второй, и там называл, что у тебя дома поселился монстр. Ну. Может, я компьютер стал монстром? Да нет! Да он реально стал монстром! В смысле? Каким жопу монстром? Компьютер стал монстром! С ума сошел? Какой компьютер же? Срочно, выруби этот компьютер, уничтожь его, Эдисон! Как? Давай компьютер! Я не знаю, видимо, Эдисон, тебе нужно какой-то инструмент найти, да? Инструмент, я сейчас найду! Быстрее, беги, ищи инструменты. Инструменты. В кузницу не может. Ой-ой-ой. Так, не-не-не, тут не получится, Жека, не получится. Да, не получится. Ай, ну, да что так. Эдисон, быстрее, компьютер сходит с ума. Беги. Куда мне бежать? Ну, как-то, может, я не знаю, может. Не, я тут смотрю, тут никак нельзя, Жека. Думаешь, нельзя? Да твою-то мать с этими невидимыми. Ой, я тебе построю следующей серии. Думаешь, нельзя? Нет, подожди, Эдисон, ты должен сообразить, как это делать. Тебе еще компьютер мешает, не забывай. Прикольно. Так, хорошо. Сообрази, как это делать. Да, ты сообрази. Эдисон, тебе нужно срочно починить этот компьютер. Ну беги ты в кузницу. Что за компьютер такой-то странный? Так, хорошо, подожди. Эдисон, соображай, думай. Быстрее-ка. Он от меня отстанет когда-то, пожалуйста. Я его продам обратно, Жек. Я его обратно продам, он меня заколебал. Так, сейчас. Эдисон, ты смотри, вот ты должен прыгать не налево, а немножечко так направо, понимаешь? В смысле направо? Ну вот смотри, вот ты. Это зеркальное отражение. Вот ты здесь идешь, значит, должен прыгнуть направо. О, молодец! Компьютер поломался! Иди в сраку со своим компьютером, а!
Ладно, если компьютер тебя подождет на этой стороне. Свой, убери его, я не хочу. Я отказываюсь от него, Жека, убери его, пожалуйста, обратно. Нет, ты не любишь своего компьютера. Ты сам его назвал монстром. Нет, Скузи, а что мне с кузнецом делать? Так, молодцы. Тебе нужно себе поторговаться. А где мне найти? Подожди, железо, железо нужно! Где железо? Железо, железо и пись, срочно! Иди в долину пись! Где? Долина пись, я вижу. Железо, все, железо, иди быстрее, как... Ну хорошо. Как компьютер за тобой бежит, быстрее иди, я не сбеги с компьютера. Где? Ищи писю, ищи. Да ты тут везде писи, какую писю мне именно искать? В которой палочка. Ой, компьютер. Какая палочка? Нашел! Подожди, не знаю, это выход, это не пися. В смысле, выход ты нашел, а пись ты не нашел. Да пофиг, я его тут оставлю, Жека, пускай он будет вот тут, не хочу я. Пися еще не выход! Да какую пися? Заколебался, это и пися. Еще пися, но это пися, в долине пись. Построил, непонятно, ничего тут нету, никаких пись тут нету. Конечно, компьютер уже близко. Да я знаю, что он близко, но ничего тут нету. Ну посмотри, может там рядом с долиной пись что-нибудь есть. Где? Ну рядом с долиной пись. В смысле? Может в самой долине пись, а рядом с долиной пись. Ты все прочекай, пись это важно. Да я знаю, что это важно, только я все. Так, вот тут пися, тут еще одна пися есть, да? Еще одна пися есть. И че? Ага! Люда! Нашел писю! Так! Все, молодец! Беги, срочно быстрее! Куда бежать? Дальше, железо тебе нужно найти, дальше, проходи долину пись! Да твою мать! Хорошо, я сейчас пройду. Быстрее, Эдисон. Долину пись. Я уже там все обчекал, там ничего нету. Ты где компьютер посеял? Не знаю, вообще пофиг, пускай он отстанет от меня. Да, ну ладно. Нету. Да, беги. Ой, два компьютера, один. Не, только один должен быть, только один. Эдисон, быстрее, компьютер тебя догоняет. Да он меня заколебал уже этот компьютер, если честно. Давай, Эдисон. Опять я выход нашел! Это тот? Так ты выход. Да. Эдисон, проходи. Итак, короче, Эдисон, тебе нужно сразиться с боссом. Каким? С боссом, чтобы из него собрать железо. Готов? А где босс? Ты готов? Нет. Ну, подожди, тебе нужно вначале вооружиться, возьми меч. Не готов. Компьютер убери тогда. Ты же не будешь в писи драться. Ой, не того заспавнил! Ой, извини, не того. Да, хорошо, ничего страшного. Ладно, проходи снова долину писи. Ладно, так уж. Ага, сам проходи давай! Во, нашел! Вот они, бей их! Эдисон, убивай их! Ты горел босса, тут как бы много боссов! Это много боссов, Эдисон! Быстрее! Собирай железо, собирай! Ну, может хватит, нет, как бы уже собрался. Молодец! Все, обратно! Компьютер стремляется за тобой, компьютер бежит! Отстаньте от меня! Давай, Эдисон! Давай! Так, Молодец! Молоток! Я почти все получилось! Да уйди! Молоток, быстрее! На молоток покупай его, Да купил! Так, что так, где? Паскуда? Давай, уничтожь его нафиг! Подожди! Молодец, Эдисон! Ты только что просрал 6000 долларов, ты понимаешь? Тебе не жалко свой компьютер? У тебя больше нет компьютера. Ну, подожди, все, включай запись, как бы. Ну понятно. Он меня убить хотел. А что я должен был выбрать? Ты должен был починить. А ты его сломал, Эдисон! Ты мне новый купишь. Твой же план был, так что ты мне новый покупаешь. Ой, компьютер! Вот, что они. Я пошутил, не переживай. Когда компьютер живой? Их даже не один, а их много! Я не буду хоть с тобой сюда жизнь. Все, не отстань со своими компьютерами. Молоток. Ой, заколебал. Вот сейчас я на тебе отыграю. Сейчас ты все узнаешь. Что с тобой будет твориться, когда мы переедем в Питер, Жека? Ой, сейчас ты узнаешь. Пошли. Давай, Жека. Может, я передумаю? Жека. Приеду с тобой. Жека, я дома. Давай, все. Тебе надо домой добраться. Это наш дом, мы тут жить будем. Давай, Жека. А, да? Водичка это типа у меня не убивает, да? Не, просто чтобы ты помылся. Вонючий. Да твою мать, не могу залезть в дверь. А ты где? А я дома. На пятом этаже. Вот мы живем где-то вот там. А что у нас такой стрёмный дом? Не знаю. Ну какой ты выбрал, там мы и живем. А хотя он себе весь в золоте. Ну вот видишь. Давай. А что, мне дома домой? Да, вот сюда. Ай-яй-яй! У нас очень будет такой. Это защита от хейтеров, понимаешь? Вот лаву разовьем вокруг дома. Пошли.
Так, тут... я, может, сюда я сразу пойду? Да, ай! Да куда сюда? Да домой иди, вот тут двери, алло! Да иду, я иду, я иду! Мне кажется, там просто не умру. Никто, никто не умру, не умрешь. Вот, вот тут будет сидеть такие... Наркоман! Блогер! Вот будет гораздо, понимаешь? Так что надо будет аккуратно с бабулей. Типа, вот... А что, тут ключ-то где? Майнкрафтер! Да попроси у бабули, может, бабуля дай. Бабуля! Дай проститутка! Не, никто не дает. Не, не дает что-то. Нет, Жека, значит, другой путь нужен. Другой. Давай, забирайся, забирайся наверх. А что это? У меня нет ключа от собственного дома, я сейчас да, не понял. Ну, потому что я тебе не дал, как бы ключ только у меня. Ты открывай сундучки, может там будут какие-то подсказочки? Нет? Да, да, хорошо, хорошо. Ничего, ничего. Ага, понятно, ковальня где-то упала. Где? Кто? Где-то упала. Я слышал. Подожди, нужно сделать звуки погромче. Подожди, мне стало интересно. Так, стой, где упала наковальня? Да ничего нигде не падало, алло. Не, я точно слышу. Не, ладно. Блин! Давай, да, да, давай, заново. Ай-яй-яй! Ну я это наковальню слушал. Я не знаю. Я буду знать, где ты упала наковальня. Хорошо, можешь еще послушать, если хочешь. Можешь падать вообще тут сколько влезет. Да. Спанпоинт нельзя ставить. Я понял, понял, да. Спанпоинт тут везде все прописано по сюжету, как все должно быть. Давай, Жек, давай. Да что так сложно тебе перепрыгнуть? А ну перепрыгни ты! Сейчас, подожди, нужно... Куда ёкарный? Да! С разбега! Оп! Молодец, оп. Молодец, давай дальше, 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 забирайся, 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 забирайся. Опа, молодец. Ага, ничего, не, ничего. Да не, тут, тут, тут что-то жесткое, действительно, такой... НЕТ! Я понял, что у тебя прыжок. Ну хорошо, хорошо, Жек, я подожду. Там это сложные прыжки, ну, в смысле? Берешь, как бы, прыгаешь. Ай-ай! У тебя просто спейс не работает, у меня тоже, походу, не работает. Ну хорошо, да, я тебе сделаю полегче, хорошо. Я тебе сделаю полегче. Я тебе сделаю полегче, давай, давай, Жек, давай. Ой, ну все, отлично, отлично. Ага, сундук. Проверяй. Опять, а, не, не. Сейчас опять так. Ничего не так. Ага. 8, то... Ага. Чё? Я понял. Хорошо, хорошо пошло. Ай-яй-яй, хорошо. Нет, что-то не пошло нехорошо, подожди. А как тогда? Там, я и там упал бы. Да? И на золотых блоках, и там. Ай, зачем я перепрыгнул? Жек, ты что-то тупишь сегодня, если честно, давай. Так, что, куда мне сюда? Выше, да. Вот тут я упаду. А, я вот тут. А, вот. Ага. Никаких подсказок нету. Жек, осторожно. Понял, понял. Так. Ну я тебе, хорошо, я сделал тебе полегче, давай, давай. Я понял, понял, спасибо. Молодец, молодец. В общем, молодец, Жек. Давай. Ура! Я дома, тебе, нет, не дома. Тебе нужно забраться обратно. Давай, 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 открывай двери от нижнего этажа. Открывай, открывай. Вот, я тебе прописал. Нужно проверить все бочки. Да ничего там нет. Вот, нет, ничего я тебе нет, прописал. Жека, ты дурак! На это нажми! А, я понял, понял. Все, дверь снизу. Меня сейчас не убьет, да? Нет, дверь снизу открылась. А, конечно, конечно. Возвращайся обратно, как бы. А можно вот так спрыгнуть? Да. Ну как бы тебе нужно спрыгнуть вниз, чтобы пойти обратно. Спасибо. Жека, дверь снизу открылась, дверь снизу открылась. Не, ну такой способ мне тоже нравится, такой способ мне тоже нравится. Давай, давай, давай. Не, хочу еще раз прыгнуть, мне понравилось. Ну давай. Ну как бы тебе и так вниз нужно спрыгнуть, потому что там дверь открылась снизу. Давай, прыгай. Блин, а у меня тут спаунпоинт, так ты ж говню. Нет, это мне так не понравится, так. Блин, а как? В смысле, тебе нужно спрыгнуть вниз, все. Да как там, я умираю! Попробуй другое место спрыгнуть, откуда я знаю, Жека, ты... Тут невидимые блоки. Да. Иди сын, так мне так нельзя. В смысле нельзя? Ты просто берешь и прыгаешь в воду. Чё сложно? Вот, смотри, я прыгнул, вот. Жека, ты не умеешь прыгать, как я вижу. Ты чё, не паркурщик? Подожди. Ну. Что-то какой-то... Да, нет. Есть замысел скрытый, я понял. Нет, тебе надо спрыгнуть вниз. Да я тут умираю, алло! Жека, ну вспоминай, включи свою башкенцию, включи. Где еще была водичка? Где еще была? Я там. Нет, не долетел. Ура, ура, дроппер, мне нравится, слушай, мне нравится. Где была водичка, Жека? Вспомни, вспомни. Ты прям клево тут построил, я прям. Ты сам. Ну допрыгни. Ты. Потому что без разбега, Жека, без разбега. Без разбега вроде. Сейчас, смотри. Хоть, хоть! Полетел! Опа, молодец, молодец. Давай, Жека, давай, две. Давай, 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 так, давай. Так, да. Ну ничего, чуть-чуть открылось, ничего. А, это на крыше открылось. Обратно, Жек, обратно забирайся, там дверь открылась. Обратно. Я так и знал, что что-то там будет. Давай, Жек, обратно, обратно. Ты, ну,
Жека, это защита от хейтера, понимаешь, тут... Нет, мальчик просто, вот, вот, да ёптер на тебя, я ненавижу это просто, О, нормально, я на крыше. Ты читер, ты читер, хорошо. Ничего, не открыта дверь. Открылась, открыта, давай, давай, обратно, обратно, как-то надо забраться, обратно, я не знаю. Да куда ты лезешь, дебил? Да чё, куда забраться-то? Ну, как спасибо. Можешь брать, да, можешь брать, это для тебя. Но это тебе не поможет, Джек. Это тебе ты что, дверь-то не открылась? Ну потому что там через крышу залезь! Через крышу, вот тут вход есть, ну попробуй, ну Джек. Ну ты тупишь, очень, прям очень тупишь. Как это? А, вот. Давай, давай. Ой, что это, что это мой наш дом такой? Да, это наш дом. Ой, хорошо. Ты что тут расселся? Уходи. А ну да. За пивасом не в магазин! Магазин сгонял быстро! За ты пивасом. Что, алкоголик что ли? За пивасом безалкогольным и детским шампанским. Давай! Расскажу. Давай, ребята, Эдисон алкоголик, давай. Отправляет меня за пивом. Да. Эдисон, я с тобой жить буду. Можно я вспомню что-то? Кто смотрел мой влог, как бы понял, кто алкоголик. Я выселяюсь из квартиры! Я выселяюсь! А, то есть ты выселяешься! Хорошо, я буду тут жить один раз, ты хоть. А, ты вообще знаешь, что ты не с квартиры выселяешься? Ты вали свой обратно! На свой Новосибирск, и вот ты будешь тут жить в своем Новосибирске. Я в Новосибирске не выгнал живу. Не, ну у тебя там просто, ну вот, минус 50, да, ты тут живешь, поэтому я поехал обратно в Питер, а ты, Жека, дальше со своими сибирскими медведями можешь шпилиться у себя в городе. В общем, вы шпильтесь, раз тебе не нравится Питер, я вас тут оставлю. А это лучше, чем мне пистолетом угрожают. Жека, ты возвращайся обратно к медведю, я поехал в Питер, давай. Я еще вроде от него не уходил. Вот, да. Да. Ну вот. Эх, не, если реально мне с пистолетом будет меня слить пиво ему носить, не-не-не-не-не, так не прокатит. Нет. Я от него съеду. Нет, ты как бы, ты вообще помнишь, чего это все начиналось? Слушай, ты надо мной издевался на своей карте, вот тебе я отомстил, так что... Ты же об этом не знал, что будет тобой издеваться. То есть, ну это же троллинг, ты, наверное, будешь издеваться. Поэтому... Больше меня не тролль, Жек, если хочешь пистолетом рыло получить. А в общем, ребята, ставьте огромный палец вверх, если хотите продолжение. А вы хотите, мы знаем. Да. Да, ну, и подписывайтесь на канал и комментируйте, да. Да, Жека не дает мне разговаривать, поэтому в следующий раз я ему еще раз пистолет рыло засуну. И все, в общем, пока. Спасибо большое за просмотр.